Сегодня мы тестируем женщин на знание правил дорожного движения. И Рустам Иванович будет показывать женщинам-автомобилисткам вот такой значок. Ну, знак дополнительной информации – рабочие дни. Посмотрим, насколько автолюбительницы разбираются в знаках дорожного движения, регулирующих дорожное движение. Меня всегда волновало, почему на советском гербе значок «Серп и молот» был, а на этом только два молота. А куда делись колхозники? А? С серпом? Что же они, не работают, колхозники? Выясни. Что это за знак? Рабочий день. Какая грудь у вас? Я пойду пописываю пока. Говорят, везде Москва, везде можно. Рабочий день нельзя ездить. А что это за знак? А? Железнодорожный переезд. А вы-то что стоите? Надо говорить. Купи часы. Какая вы сладкая. Как зовут пупсика? Какого? Вот того. Вас? А меня? Без понятия. Отлично. Выходные дни можно ехать. Выходные дни. Железнодорожный переезд. По рабочим дням можно здесь ставить машину. А почему ты только сейчас пристегиваешься? Ну, так Пупсик, пришла. Сколько тебе лет? 23. 23. А кто отлично. Тебе подарил эту машину, Пупсик? Кто? Сама купила. Да ладно, класс. Папа. Друзья мои, вы продолжаете смотреть шоу под названием «Девочка, купи краденый планшет». Или Тамара Петровна, разбился планшет. Ребята, если вы знаете, где продаются другие такие же, но краденые, скажите Рустаму. Не знаю. Девушка, стойте! Ремонтные работы, спасибо. Большинство автолюбительниц, которых мы сегодня спрашивали, что же это все-таки за знак дополнительной информации, не смогли правильно ответить на наш вопрос. Это вызывает только радость. И потому что мы будем по выходным дням ездить бесплатно по выделенным полосам, а они будут стоять в очереди, правильно? Правильно. Нет, вы меня просветите. Какой знак? Да. Это значит. По рабочим дням только действует другой знак, который прикреплен к нему сверху. Вот так. А вы не знали? Ну, сколько стоили ваши права? Сколько? Нет, это я просто уже 15 лет езжу, подзабыла мало. Ясно. Спасибо, спасибо. Не надо так обижать, сколько стоили. Что вы, я честно училась. Спасибо.